на поздний, 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 припоздний вечер, дорогие подписчики, я чаю попью. Ах, аромат такой. Бодрящий. Не только бодрящий. Иммунитет повышает. Так. И липа с пустырником у меня, медик. А, ну, градусов, наверное, 43 примерно так вот. Потому что в горячий нельзя. Чай, мед. Будет бестолковый мед. А так он с пользой. Прятаться, чаепитие. Кто еще не спит, время уже без 15-11. А кто спать ложится, приятно сновидение. Первый раз стрим сам провел. Там так балдёт. Там такая аура была прям божественная. Спасибо за поддержку всем подписчикам. Дай Бог вам всем здоровья. Клёво чаёк, обалденно. А. С кунжутом. Козинаки. А чай шиповник у меня там. Потом гвоздика, лимон, вот этот, имбирь, куркума и черный перец. Как это так, такое сочетание? Да очень полезно даже. Не сочетаясь, но очень вкусно и полезно. Не то, что этот мусор продает. Подметки. А ничего. Класс. А из зеленого чая несколько, щепоточку. Листовую кину. Вот жесткий. Лучше банан съесть, чем казино-то. Банан мягкий. А, аромат. Так, надо мне позаряжать. Телефон у меня уже все. Сейчас уже отключится. Ну все, всем бай-бай. Кому завтра на работу? А завтра не работа, завтра же воскресенье. Надо просто отдыхать, хорошее сновидение смотреть. Будьте здравы. А банан-то вкусный.